Ребята, внимание, контент. Плюс контент. Что будет? Уйдите, уйдите. Никто не подходите к моим... Никто не должен знать о моем контенте, о моей прелести. О, поймал. Чё, есть оружие? Есть. Это ж... Санок. Тут везде есть оружие. Спасибо. Ну перетягивается, он что-то плохо перетягивает. Большой дружище, сейчас я гляну, как тебя зовут. Но со временем. Блин, как же сложно. О, поймал. Ну, наверху там, да? Да. Жестко. Вот такого не бывает на обычных катках, просто лишь потому, что ты не такой задроченный. Как ты? Зачем ты выходишь на меня? Я же тебя продамажил супер много. Кстати, у меня до сих пор нет шапки. Типа, ребята, которые меня не убивают, к ним вопрос. Почему они меня не убивают? Ну вот, выстрелами в голову одними. О, спасибо. Так, что у тебя есть? У тебя ничего нет. Ну и зачем ты мне такой нужен? О. Вот такой нужен. Не буду сильно... Я его просто не вижу. В упор не замечал этого парня. Теперь надо обходить. Так, там кто-то далеко. Нам сейчас нет времени изучать, где деньги, именно. Деньги всегда правили мир. Прими в друзья в стиме, чтобы в понедельник время не терять. Вот ссылочка http://steam.community.com/7656119983251605595. Ой, жалко. Ребята, внимание, контент. Плюс контент. Что будет? Уйдите, уйдите. Никто не подходите к моим... Никто не должен знать о моем контенте, о моей прелести. Так, внимание. Что будет, если выбросить яблоки? Его можно поднять. Можно яблоками написать что-то. Мика, дружище, спасибо тебе огромное. О, это поле. Это поле я. Зачем? Зачем ты меня вообще в игру засунула? Типа, для чего мне это? Я хотел яблоки. Шутер. Так, а что же ты? Ты летишь на мою пушечку, на АКМчик вот этот вот сладенький, да? Зачем ты так сделал, братан? Я, конечно, не против, но почему ты бежал тут настолько наплевательски? Типа, вот он же видел, что я нашел оружие, и он все равно бежит такой, типа... Да ладно. Ребят, так не делайте. Я, короче, понял, что я на санке очень часто, ну, типа, бегаю вне укрытия. То есть вот всякие ребятки, вон те мушуки, они просто тупо сидят за деревом и за счет этого получают преимущество. Я, естественно, не собираюсь сидеть в доме на этой карте. Никогда.
Я просто не знаю. Что здесь есть, чего нет? О, восьмерочка. У тебя есть что на нее надевать? Ой, ой-ой-ой. Какой кайф. Кайф, дождик. А туман будет интересно? Я хочу и дождик, и туман. Очень атмосферно. Откуда ты стрелял? Я с тобой всего-то пообщаться хочу, а ты не хочешь. Вы поняли, откуда был этот стрелок? Стрелок! Или Димон? Не, вообще не понял. Ну ладно, надо хотя бы из красной зоны выйти. Вот он. Как это так? В смысле это не голова? Объяснит мне кто-нибудь, как это происходит? Я не понимаю. Блин, надо крутиться сюда, как волчок на этой карте. После этой карты, вот знаете, вот типа люди, которые кричат, мол, на Миромаре ни хрена не понятно, где противники. Вот после этой карты они должны уходить. Я еще просто, ну, не чекал. Сегодня, видите, был погружен в Санька. Если вы говорите... О, нифига себе, уже? Так быстро зоны идут? Жестко. То есть здесь сейчас все время придется двигаться. Дикая фигня. Так, но мне нужно в то здание. Как-то не сда... А, вот он. Но там смотрит другой человек. Не-не-не, мистер Коряк, мне в зону надо. Ты, конечно, красавчик. Но зона приоритетней. Но он тоже не в зоне. Погоди. Уф. Страшно. Чё, играем в папича, что ли? Лежим. Так, вот там человек один выиграл, похоже. Ну, похоже, что я пока что единственный, у кого есть укрытие на этой карте, да? Я не знаю, я не хочу лежать как рак, но мне сейчас нужно это сделать. То есть прикол в чем? У меня есть соперник вот тут впереди есть. Ну, хотя... Нет, он... Он вот там внизу, его не видно. Этого тоже не видно. Я если полезу, то спалюсь. Вопрос. Вот этого, походу, лучше зона. Типа, у меня выиграет, скорее всего. Вот этот тип меня выиграет. Мне нужно к нему ползти. У него деревце есть. Мне неприятно так играть. А чё, здесь зона есть? Нет. Где этот тип? Он 100% где-то вот там. Может даже сейчас быть в этой фигне. Неудобно. Он, короче, был вот тут. Да не, он 100% вот в этой шляпе. Прям по-любому. Да, вот он. Блин, а у него третий жилет.
Но он не в зоне, я не в зоне. С четверки в голову зажал. Красиво, красиво. Можно и очечки надеть. Да.